Всем привет! Вы на канале Стофити, и я Саня. Сегодня у нас 9 января, как говорится, крайний день. А нет, уже все, уже вышли все на работу. Вот. И мы выехали на рыбалку. Находимся на реке Печора. Сегодня у нас за бортом 11 градусов мороза. Вот. Но ветерок нас сегодня радует. Буквально где-то 1 метр в секунду. Юго-запад. Рыбачим мы сегодня. Я плюс Калюнька. Вдвоем. Ребята вчера тоже ездили на рыбалку, но я вчера не мог. Я вчера был на работе. Ловим мы сегодня на болтушку и на опарыша. Сегодня клюет как-то в разнобой. Есть и мелочь, есть и крупные, окушок. Ну, в общем, приятственное. Сразу же хочу вас всех поздравить с прошедшим Рождеством. Всех благ вам. Всего вам самого хорошего, ребят. Вон, Калюнька как раз что-то тащит. И я тащу. Вот, клюет умеренно. Белые светонакопительные мормышки белого цвета. Вот. Ох, что-то очень хорошее идет, ребят. А, дуплетик. Вот, смотрите. Дуплетик. На манку пока глухо. Вообще не клюет пока. Ну, может быть, впоследствии заклюет. Расклюется, как говорится. Вот. Ловим мы в палатке 4T Long, это вот которую, на которую делали обзор. Вот, палатка огромная, сами видите. Кстати, белого цвета, не такого, как у меня кофейного, то есть она более светлая. Мы даже сейчас еще и фонарик не ставили, то есть нашу лампучку. Обогреваемся газовым баллоном следопыт. Скоро у нас зимник откроется, так отправлю свой баллон газовый на 10 литров и буду его уже брать с собой, а то с этой мелочевкой возиться не хочется. Ну что ж, смотрите, держите за нас кулаки, пожелайте нам ни хвоста, ни чешуи, будем рыбачить. Пока на этот самый. Пока хорошо клюет на опарыша. Кстати, ребят, хочу порекомендовать вам рыболовный канал «Уют рыбака». Блогер канала Артем. Тоже канал очень интересный, познавательный. Здесь вы увидите красивые рыбалки, красивые зарисовки. Отличные обзоры. Также самоделкин. Вот. Тоже попробовал сделать. Ох, какая сорожина. Кто еще не знает про этот канал, заходите, смотрите, подписывайтесь. Артем человек простой, доброжелательный. На все ваши вопросы ответит вам. Будет рад с вами подружиться. Это я знаю точно. Поэтому, Артем, большой-большой привет тебе. С Рождеством тебе. Ребят, заходите к нему на канал. Канал отличнейший. Рекомендую. Ссылку на канал оставлю в описании. А у нас продолжается рыбалка. Их смотрю видео на каналах. Даже ребята ловят еще все с лодки. Как такового льда еще нет. Ну, одно могу сказать, ребят, у нас тоже на севере пока еще как таковой северной погоды еще не было. У нас вот, как я помню, самая низкая температура была, это минус 15, да, Калюнь? А так вот стоит в основном 6, 7, 8, вот сегодня 11. До этого вообще было 0, плюс 1, плюс 2, даже дожди шли. Вот. Ну, лед, конечно, у нас стал.
Ну, что я хочу сказать, ребят, не переживайте. Природа возьмет свое, все равно будет и лед, будет все хоккей. Так что порыбачите еще со льда. Вы завидуете нам, а мы завидуем вам. Я бы так с удовольствием еще бы на спиннинг порыбачил бы. Поездили бы, да, Калюнь, куда-нибудь на мотоцикле. И щучку половили бы, окушка бы хорошего половили бы, но у нас уже везде лед стоит. Конечно, свой кайф, хороший, но есть. Эх ты ушла. А нет, сидит. Сидит что-то маленькое, вот такое вот оно. Маленькое, махонькое. Иди позови бабушку, дедушку. Прабабушку, прадедушку. Хватит вам уже молодежи. Давайте уже стариков зовите. Да, Калюнь? Я не могу глубину. Вот такая вот. Вот это вот уже другое дело. Позвала. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Вот, наловили хорошо. Полная кошелка получилась. Котлеты будут. Собаки будут накормлены. Скажем нашей реке Печора большое-большое спасибо. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был канал Стофики и я, Саня. До новых встреч!